сильно избежать шнурки. Просто. Не надо сильно, зачем? Они просто не великие тогда. В общем, тяжело быть медведем, да? Тяжело одеваться в медведя. Часто я ее пою без музыки хорошо, а с музыкой я не понимаю как. Ты серьезно, может что-нибудь другое придумать, чтобы было весело, и мы не поймем. Он так всегда делает. И мне было не одно что. Олег, ты разучился петь? Ты чё? Я... Это плохая примета, поэтому... Ну, прости, Артур, ну, потом когда-нибудь. Ну, потому что ты не знаешь, что носки дарить и плохая примета. Во-первых, это невежество, во-вторых, это плохая примета, которую ты придумал. В смысле? Я ее не думал. Я ее не думал. Реально нельзя дарить. Ты даже врешь. Ее нельзя дарить носки. Ну, потому что это очень... 40 рублей носки стоят. Ее нельзя дарить носки. Я особенно повезло. Что? Три ролика медведя, три ролика кукутика. Да ну. Ой, не ролика, а клипа. Круто. Мне нравится. Хватит жрать много. Офигенно. Ты сценариев, да, выучишь? Конечно. Угу. Сколько сценариев? Сколько? Ну, три и три. А сколько сценариев? Семь. Ну, я же... Ну, енот же не в каждом участвует. Может, он вообще сделает, чтобы не участвовал. Хочешь? Нет, не хочу. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Прошу вас удалиться. Тысячу чертей. Сеня. Все хорошо. Да. Вот и все. Я не ною. Чего ты ноешь? Я не ною. Да. Петя ноет? Потому что тут стоит, короче, Федя, он же ноет, правда? Федя, я ною, да? Так что здесь стоит. Не ною, да я? Ноет. Нет? Ноет.
Ну, эй, смотри, к бабушке еду. К моей любимой бабушке. Бабушка, тебе что, дадушка? А? У меня просто бабушка работает в моей... Ну, не в моей школе, бабушка работает в школе, в которой я училась, да?